Владимир Путин сегодня с губернатором Калининградской области Николаем Цукаевым обсудил положение дел в регионе и прежде всего энергобезопасность. Прежде всего хотел доложить о вашем поручении касаемо энергобезопасности нашего региона. Значит, строительство 3 станций. Сейчас проектная работа закончена, часть работ находится на экспертизе, но параллельно по 3 станциям, которые работают на газе, уже вышли на строительные площадки, ведутся подготовительные работы. Экономическая ситуация в регионе, как отметил губернатор, в целом стабильная. С начала года наблюдается падение промышленного производства, но незначительное. Зато восстанавливается объем инвестиций. На экономическом форуме в Петербурге Калининградская область планирует подписать еще 2 инвестпроекта на сумму 13 миллиардов рублей.